У остановки 19-я школа в индустриальном районе Хабаровска 70-летний таксист сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый свет. 52-летнюю горожанку тут же увезли в больницу. Станция скорой помощи находится на противоположной стороне проезжей части. Сразу после удара горожанка была в сумеречном состоянии. Она даже не могла вспомнить свое имя. В стационаре у нее диагностировали серьезное сотрясение мозга и осложненный перелом плеча. Однако всеобщее внимание было приковано не к раненой, а к таксисту. Мужчина 1946 года рождения ехал, словно в другой реальности. Вез двух клиентов, которые вмешались в происходящее слишком поздно. Мы ехали же до вокзала, вот, заказали такси, везет. Подъехал вот этот мужчина подъехал. Мы ехали с ним. Он походу душевно больной. Он потому что ехал посередине дороги. Там все сигналит, он кое-как перестроился. А что вы на меня говорите? Здесь едем, мы сзади сидим и видим красный. Я говорю, красный, он и пофигу, дальше едет. И остановился вот тут, на пешеходе сбил женщину. И он остановился вон там. Ключи у него забрали, отобрали. Вот ключи. Продолжал двигаться и не да, да, он говорит, да ничего, ничего не было, вот так вот едет. Мы туда приехали, он еще не осознал, что... Не было удара, говорит, хотя вся лобовуха разбитая. Затормозил пожилой водитель лишь у следующего перекрестка, после того, как пассажиры заставили его остановить машину. Отобрав ключи, они побежали обратно, узнать, что с пострадавшей. Почти половину этого пути она лежала на крыше, пока не свалилась на асфальт. Пенсионер искренне не понимал, как такое могло случиться. В его памяти картина поездки была совершенно иной. Он был уверен, что ехал на зеленый и никого не сбивал. Вид смятого автомобиля приводил его в глубокое замешательство. Как ее можно не заметить человека? Вы такую вмятину делаете и не замечаете и человека. И по крыше катал. Ну. Согласен. А как я это вообще могло не пойму. Вы же взрослый человек, правильно? Да я уже старый даже. Зачем тогда вообще вы в таком возрасте садитесь за руль? Еще и таксуете. А в такси вообще давно работаете? Полгода. Да вас надо пассажирам-то возить в такси, а не вам таксовать. Мужчина был совершенно трезв, с документами полный порядок. Компромат на автолюбителя нулевой. За 22 года водительского стажа ни одной аварии, ни единого нарушения. Медкомиссию последний раз проходил 2 года назад. В итоге для пенсионера вызвали бригаду скорой помощи. У того от переживаний разболелось сердце. По словам мужчины, он прекрасно понимает, что в его возрасте уже нельзя напрягаться. Работает он по щадящему графику и сам решает, когда завершить смену. На линию в этот день он вышел в 8 часов утра и к 3 часам дня обслужил всего лишь несколько заявок. Признав свою вину, автолюбитель заверил, что его водительская карьера завершена. За руль он уже не сядет ни под каким предлогом. Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии. Женщина шла на трамвай, чтобы отвезти к врачу свою мать. С места происшествия Анастасия Кузьмина, Ольга Соколова и Павел Рогатин.